Народ, здорово! И вот мы уже провели два эксперимента с пробкой на мягкой нитке. Какой вывод можно сделать из этих двух экспериментов? В первом случае, когда листья попадали в водосток, а воронка закручивалась то по часовой, то против часовой, и это в одном месте. Во втором случае, вода спустилась ровно, и воронки не было. То есть даже это доказывает то, что условия эксперимента были выполнены. И что они нам показали? Они нам показали то, что когда листья попадают в водосток, воронка закручивается в ту сторону, в которую лежит препятствие. А во втором опыте воронки не было, хотя пробка была та же на мягкой нитке, и пузырь никак не повлиял на закручивание воды. То есть это значит то, что условия эксперимента выполнены, и они выполнены хорошо. И теперь посмотрим на третий эксперимент с пробкой на мягкой нитке.
И вывод третьего опыта состоит в том, то, что когда вода уже была на мели, воронки закрутились одна по часовой и другая против часовой. Комментарий излишний. Нажимаем палец вверх. Просматриваем видео до конца. Нажимаем подписаться. Нажимаем колокольчик.